то, что касается переименования, значит, марш улицы генерала Григоренко назад в маршала Жукова, я считаю, это историческая справедливость, и мне очень приятно говорить об этом в День Победы. Почему? Потому что кто-то захотел это сделать, но я считаю, что маршал Жуков имеет право на жизнь и имеет право его имя носить любой проспект, любая улица. Поэтому я работаю в рамках действующего законодательства, и мы ничего не нарушаем.